раз парятся около 50 человек. Вот, после третьего раза мы идем купаться в холодную воду. Я именно Быстрецкое водохранилище. О, я-то всю жизнь закаляюсь. Ой, образно говоря, те, кто хочет окунуться впервые, лучше испытать большое удовольствие именно после поливки. Но, обращаю внимание, удовольствие также есть в том, когда вы без парилки купаетесь. Вода, это холодная, холодная вода, это, в принципе, закаливание, повышение иммунитета. Все плохое настроение моментально уходит. У вас плохое настроение, окунитесь. Сейчас вот мы продемонстрируем, в том числе и наши маленькие дети примеры. И это сотое того, что могут чемпионы. Удивляя города, покоряя стадионы. Твоя сила воли, что нас делает сильными, с любовью красивыми. Духовно поднимаясь выше, зов души услышим, к тебе обратись. Правда в том, во что ты веришь, есть главная сила. Россия ждет героев, имя же века хранимое.